Everything is fine. The music. Do you like the music? Yeah, I like. Okay, especially the fuga, right? Especially the fuga is the best. Interesting, eh? Challenging piece. What do you think about the fuga? Yeah. I have to go back to the conservatory to learn how to do it. Мы готовимся к концерту, первый в нашем туре в этом году. Как видите, зал пустой, на сцене только человек, который готовит стулья и пульты, а также работники самого театра. Интересная вещь здесь есть, сейчас я вам покажу. Этот зал находится в месте, где люди пенсионного возраста живут. И для них делают вот такую вещь. Видите, лежат наушники. И написано. Для тех, кто плохо слышит, специальная аппаратура. Можете себе представить, кто сюда придет. Ну вот, начинают прибывать музыканты. Все становится теперь потихоньку на свое место. Вот наш дирижер идет. Hello, maestro, how you doing? Good, how are you? I'm fine. Let me... Вот здесь они готовят эти все аппаратики для глухих или полуглухих, которые приходят на наш концерт. Это наша вот артистическая комната, которая все заставлена всякой всячиной. Меньше всего здесь места для артистов и их инструментов. Вот. Как видите, полно всякой всячины стоит. И вот это все, что у нас есть. А вот уже музыканты пришли и нам будут уже скоро начнем. Я вышла из-за занавески. Mira, Georgia. О чем мы говорим за кулисами? О семье, о еде, о жизни, но только не о музыке. После концерта мы идем в ресторан. Вот такой красивый. Называется Кучина Венециана. Находится в Лодердейле. Естественно, хозяева итальянцы готовят сам. Очень вкусно здесь. Мы уже здесь были. Как видите, очень красивый такой маленький, но очень такой приятный, уютный итальянский ресторанчик. Dopo un bicchiere di vino parla italiano, siciliano, dalla presa. No, no, no. Ma dipende di quale frango, perché ci sta piccata, limone, vino bianco e marsala. Io ci uso, mi fai il vitello. E voi smettete sto un aslugo. Ta-da! Le nostre scritte, violoncelli e alti. Non è già una parte. Un po' qua. Mi piace.
Salud. Нас ждет машина и переезд в другой концертный зал. Вот мы в другом театре в Мирамаре, где живет Леночка. Новый театр с хорошими артистическими комнатами. Вот нас ждет кофе, вода. Во Флориде обязательно вода холодная. Вот. Горячая вода для чая, кофе и всякие прибавки. Хотите, не хотите. Здесь у нас выход на сцену. Вот написано. Stage entrance. Вот одна артистическая комната, большая, просторная. Но здесь будет дирижер. Вот ему там что-то приготовили перекусить. А вот это здесь женская. Вот наши девочки, наши дамочки прихорашиваются. Вот мое барахло. Я тоже начну приготовиться, одеться, накраситься и все такое прочее.